Гаврик! Гаврик! Пусти, босёк! От такого слышу! Задушишь ты, нижний чин! Ты как смеешь сидеть верхом на офицере? Видали мы таких офицеров! Пусти, я раненый! Видали мы таких раненых! Пусти, я тебе говорю! Ну ты здоров! Ну ты здоров! А ну покажись, какой ты есть офицер! Гляди! Прапорщик бачей собственной персоной! Ну шик! Ну шик! Откуда ты взялся, Гаврик? Прямо из Петрограда, со съезда советов. Давно? 3 дня назад. Где ж ты пропадал? Да, дела всякие. Гаврик, а где Марина Павловская? Марина? Тут. Марина! Петя! Здравствуй, здравствуй, Петенька! Марин, здравствуй! Не удивляйся, это я. Не узнал. Вот мы с Гавриком и приехали. Петя, ты рад? Да, конечно, ну как же! Ты, наверное, еще не знаешь. Что? Черный Иваненко мой муж. Да? Твой муж? Тебе странно, Петя? Что? Что мы с Гавриком теперь вместе. Вы с Гавриком вместе? Да нет, ничуть. Ну, а ты? Что ты? Что я? Да ничего я. Да что я? Ну, живу. Ну, все же. Ты с кем? Ну, что ты, Марочка, с места в карьер пристала к человеку? Хорошо, не буду. Об этом потом. Понимаешь, Петя, какое дело? Мы сюда торопились, как на пожар. Понятно. Боялись, что попадем к шапошному разбору. Угу. А у вас тут, вашей знаменитой Одессе, маме, даже не чухаются. Ты насчет чего? Да насчет того самого. Пора, братишка, брать власть в свои руки. Пора. В Петрограде все прошло как по маслу. Да? Почта, телеграф, телефон, зимние четыре сбоку и ваших нету. Верно, Марин? Верно. В Одессе на сегодня общее настроение чрезвычайно благоприятно для большевиков. Ты меня понял? Вполне. Так вот, будем брать власть. В ночь на 14 января 1918 года небольшой отряд красногвардейцев и матросов, посланный военно-революционным комитетом занять штаб военного округа, где находилось командование войск контрреволюционной Центральной Рады, прошел от торговой улицы через весь город и остановился возле Куликова поля в тени Павловского здания. Отрядом руководил Гаврик Черноиваненко. С ним была и Марина. Кроме маленькой кавалерийской винтовки, надетой через плечо, у нее на боку висела санитарная сумка. Последнее время Марина и Гаврик совсем почти не разлучались. Тихо. Чуете? Что? В окнах свет. Генерал Заря Зареницкий приехал со всей своей шайкой в штаб. Ночью. Это не случайно. Может быть, они хотят опередить нас и перейти в наступление? Не знаю, что у них там на уме. Стало быть, первым делом надо штаб лишить связи. Верно. Гриша? Здесь. Товарищ Черноиваненко, будь ласков, Гриша, полезай на столб и перекуси им все телефонные и телеграфные провода. Сделаю, товарищ Черноиваненко. Будем штаб брать штурмом. Не торопись, Мариночка. Так, я постараюсь зайти в штаб с черного хода и поговорить с караульными. Может быть, они согласятся не валять дурака и добровольно сдадут нам посты. Ну... Я пошел. Будь осторожен, Гаврик. Здравствуйте, товарищи караульные.
А ты что за человек и как сюда попал? Я уполномоченный. Так я и сгадал. До нашего берега что не прибьет, то либо уполномоченный, либо делегат. От кого уполномоченный? От военно-революционного комитета солдат Черноиваненко. А вы кто? Караульный начальник от второго гайдамацкого куреня. О, так вот вы мне, товарищ, как раз и нужны. А в чем речь? Слухай здесь. Вчера наши представители сговорились с вашими представителями, что вы добровольно и мирно сдаете нам посты. Тебя как звать-то? Вася. Так вот, давай, Вася, обойдемся без кровопролития. А то получается нехорошо. Мы в октябре совершили в Петрограде переворот. Взяли зимние все государственные учреждения, арестовали временное правительство, вышибли Керенского. И всего потеряли ровным счетом 10 человек с обеих сторон. А ты считал? Считал. Если хочешь знать, я сам зимний брал. У меня мандат подписан лично товарищем Лениным. Врешь. Не вру. А ну, покаж. На, смотри. Мандат. Ульянов Ленин. Верно, братва. Ульянов Ленин. Верно. Ну так как же? Давайте по-товарищески, по-братски произведем смену караулов. Или, может быть, подеремся? Вы за Центральную Раду, за генерала Заря Зареницкого, а мы за власть Советов и за Ленина. Так или нет? Ну, что скажешь, караул? А почему ж не смениться? Да можно и смениться. Ну, мы согласны. А где ж ваш караул? Да тут, за углом. Ну, вызывай. Да понимаешь, браток, стрелять неохота. Шуму много. Я лучше обратно тем же ходом через забор и приведу свой отряд прямо на Пироговскую, к главному подъезду. А ты выходи туда со своим разводящим, и будем честь по чести сменяться. Договорились? Договорились. Ну вот, правильно. Разве может быть такой случай, чтобы два солдата между собой не пришли к соглашению? А генерал, пускай себе как хочет. Поручик! Здесь, господин генерал. Составьте шифрованные телеграфные сообщения. В Киев... Центральной Раде. Слушаюсь. Пишите. Прошу немедленной присылки подкреплений. В противном случае не ручаюсь за последствия. При наличии подкреплений берусь в течение двух дней ликвидировать советы в Одессе. Подпись. Генерал-лейтенант Заря Зареницкий. Что за шум? Что здесь происходит? Руки вверх. Именем военно-революционного комитета вы арестованы. Оружие на стол. Позвольте. Кто вы такой? Я кому говорю оружие на стол? Или хочешь, чтобы я разнес в клочья всю вашу лавочку? Ложьте, господа, хорошее оружие. От греха подальше. Позвольте. Ну, мы вынуждены подчиниться. Но это насилие. А теперь можете убираться на все четыре стороны, пока шкура цела. Виноват. Разрешите, по крайней мере, протелефонировать в Киев. Телефонный провод перерезан, штаб окружен. Катитесь. Гриша. Здесь, товарищ Черноиваненко. Гриша, будь ласков, восстанови телефонную связь. Надо позвонить в штаб Красной Гвардии. Сделаем, товарищ Черноиваненко. У меня личная просьба. Вы еще здесь, генерал? Разрешите хотя бы воспользоваться штабным автомобилем. Хватит, покатались. Теперь будете ездить на 11-м номере. Позвольте, на чем? На своих двоих. Ну что стоите? Впрочем,
Постойте! Берите бумагу. Зачем? Пишите. Я кому сказал писать? Вот так-то лучше. Пишите. Отныне я, вы, то есть, отказываюсь от всякой политической деятельности и вооруженной борьбы против советской власти. Пиши, пиши. Позвольте. Пиши, а иначе расстреляем на месте, как собаку. Вот так, так. Год, число, подпись. Генерал-лейтенант Заря Зареницкий. А теперь катитесь, и чтоб мы вас здесь больше не видели. Товарищ Черноиваненко, телефонная связь восстановлена. Молодец, Гриша. Разрешите обратиться? Вы опять здесь? Виноват. После 20:00 вечера движение по городу запрещено под страхом расстрела. Как прикажете быть? А мне какое дело? Это с вашей стороны неблагородно. Так настоящие военные не поступают даже со своими врагами. Тем более, что мы дали расписки. У меня семья, жена и 4 дочери. Ладно, ладно. Пропустите эту обезоруженную буржуазную сволочь по домам. Уполномоченный военно-революционного комитета Черноиваненко. Возьмите, только не плачьте. Но имейте в виду, если нарветесь на солдат вашего бывшего корпуса, то никакой пропуск не поможет, и от вас останутся только одни родственники. Катитесь, Гриша. А ну, идите отсюда. Идите. Слушаю. Барышня. Слушаю. Барышня, дайте штаб Красной Гвардии. Даю. Говорите. У аппарата дежурный член Временного военно-революционного комитета Жуков. Здравствуйте, Родион Иванович. Здравствуйте. Это я, Гаврик Черноиваненко. О, здорово, браток. Ну, как там у тебя дела? Только что заняли штаб военного округа. Потери есть? Нет, все обошлось тихо и благополучно. Ну, так и могу тебя поздравить с полной победой советской власти в городе Одессе. Вокзал занят 30 минут назад. Почта, телеграф, телефон, то же самое. В банках наша охрана. В данный момент в типографии одесских новостей набирается наше обращение к населению города. Чуешь? Чую, Родион Иванович. Это, браток, не 905-й, а 918-й. Верно. Транспорт у тебя есть? А как же? Номер 11. О, стойте, Родион Иванович, брешу. Совсем забыл. Имеется шикарная штабная машина. Добре, бери ее. Утром мы собираем пленум совета. Треба экстренно оповестить все организации предприятия. Понял, Родион Иванович. Ну, до свидания. Орудуй. Извини, я занят. Братцы, победа! Полная победа! Это была чудесная, ни с чем не сравнимая ночь победы. В жизни Пети Бачея за последние несколько недель произошла важная перемена. Он пошел служить в Красную Гвардию. Быстро, легко и естественно вступил Петя в новую жизнь. Через неделю ему казалось, что он уже давно служит в Красной Гвардии, а то время, когда он лежал в госпитале, представлялось ему незапамятным. Новая жизнь была серьезной, суровой, и в то же время полный какой-то горячей, напряженной радости. Скоро железнодорожный совет по рекомендации Гаврика Черноиваненко утвердил Петю командиром только что построенного бронепоезда. Петь, ты чего такой серьезный? Ничего.
Можно подумать, что ты не рад. Чему? Победе. Победа будет, когда мы разобьем немцев. Я совершенно не понимаю, почему торжество. Немцы под Псковом. По-моему, положение хуже губернаторского. Россия трещит по швам. Нет. Рабочий класс не допустит. Ты не понимаешь, что такое русский рабочий. Он недооценивает силу рабочего класса, верно, Мариночка? Он просто не понимает. Чего я не понимаю? Неизбежность мировой революции. Пока наступит мировая революция, немцы нас слопают со всеми потрохами. Большинство немцев пролетарии. Они нас не предадут. Они-то, может быть, и не предадут. Да беда в том, что власть у немцев находится в руках кайзера и его генералов. Ну, брат, со своими генералами и капиталистами немецкие рабочие как-нибудь справятся. У нас будут учиться. Теперь покатится по всему миру. Не остановишь. Ты, брат, не слишком заливай. Ничуть. Знаешь, как мы научились управляться с нашими генералами? Они теперь нас, ух, как боятся. Чуть что сдаются. Что ты говоришь? Не веришь? Марин, показать ему? Покажи. Грамотный, читай. Отказываюсь отныне от всякой политической деятельности и вооруженной борьбы против советской власти. Генерал-лейтенант Заря Зареницкий? Видал? Не серчаешь, что пришлось так грубо обойтись с твоим будущим родственником? Что ты от меня хочешь? Хочу тебя предупредить, что твой Заря Зареницкий большая-таки сволочь. Во-первых, он не мой. А во-вторых, лично мне неизвестно, что он сволочь. Это я тебе говорю. Редкая контрреволюционная гадина. Ему очень повезло. Я бы мог поставить его к стенке, да не захотела смараться. Я просто забрал у него оружие, заставил дать подписку и отпустил к чертовой матери. И слышь, ты ему передай, что если он, не дай бог, нарушит данное слово, то пускай тогда не пускает сопли, потому что все равно не поможет. Это меня не касается. Не знаю, не знаю. Ты ведь у них бываешь? Бываю. Но во всяком случае, я никому не позволю вмешиваться в мои личные дела. Молодец. Петя, молодец. Вот именно за это я тебя и уважаю. А она тебя сильно любит? Да. Ну, если она по-настоящему любит, то перешагнет через все преграды и пойдет за любимым человеком хоть на край света. В конце концов, Софья Перовская была дочь генерала. Не так ли? Верно, Мариночка. Не дрейфь, Петя, плюй на генерала. Если любишь, не выпускай из рук своего счастья. О Петином романе, конечно, было известно всем. Да он его и не скрывал, напротив. Ему было лестно, что слух о его победе над Заря Зареницкой долетел даже до ближних мельниц. Вероятно, Заря Зареницкие очень удивились бы, если бы узнали, что Петя живет в сарайчике на ближних мельницах и служит командиром красногвардейского бронепоезда. Тому же, что Ирина дочка генерала, Петя не придавал значения. Вернее, он об этом как-то не удосужился подумать. Он не ожидал, что дело может обернуться таким образом. В сущности, он не представлял себе, что Заря Зареницкий может играть какую-то, как теперь выяснилось, довольно крупную роль в политике, в лагере контрреволюции. Любовь любовью, но ведь генерал Заря Зареницкой и впрямь его будущий родственник. Петя ходил к Заре Зареницким ежедневно. На другой день, поставив караул возле бронепоезда и хорошенько выспавшись, Петя отправился к Ирине. Петя решил, что сегодня он скажет ей все, что у него на душе. Он верит, что она поймет его и пойдет за ним, перешагнув через все преграды. Назад, Петька, назад! Назад! Что? Что случилось? Гаврик, кто стреляет? Эти мерзавцы таки выступили. Какие мерзавцы? В
вся ихняя свора во главе с твоим генералом Заря Зареницким. Ты шутишь? Да побей меня бог! Он же дал подписку, что не выступит против советской власти! Да чихал он на подписку! Это измена! А ты думал? Подлая, наглая измена! Слышь, бьет. Это горная батарея. А на город наступают броневики и несколько гайдамацких куреней. Измена. Петя, возвращайся к бронепоезду. Это приказ. На углу Троицкой и Пушкинской люди из отряда Гаврика Черноиваненко, держа винтовки под мышкой, тащили на середину мостовой, что попало. Уличные скамьи, ящики, железные вывески, ставни. Потом ему удалось с невероятным трудом повалить круглую афишную тумбу. Строили баррикады. Вокруг был каменный город, пустая гранитная улица. Место не приспособленное для войны. Не за что зацепиться. Снаряд попал в угловой дом и разорвался, окутав улицу облаком бело-лимонно-желтой ракушниковой пыли. Гаврик видел, как Марина, споткнувшись, упала вниз головой и покатилась по обледеневшим ступенькам. Марина! Мариночка! Мариночка! Ну что же ты? Что же ты, честное слово? Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Что же ты? Что же ты молчишь? Я не понимаю. Мариночка! Я здесь! Товарищ Черноиваненко! Прими вместо меня команду. Видишь, что делается. Сделай. Я мигом. Ты не знаешь, где перевязочный пункт? В следующем квартале. За углом в аптеке. Мариночка. Марина. Сейчас. Еще немного. Марина. Вот так. Сейчас будет лучше. Мариночка, ты меня слышишь? Вот так, вот так. Кто тут есть? Кто тут есть? Мотя, ты... Вот видишь, Мотя. Боже ж ты мой, боже ж ты мой! Сейчас сделаю перевязку. А... Что? Плохо? Выживет? Идите. А, Марина? Идите. Управимся без вас. Идите, дядечка Гаврик. Я прошу вас. А как же Марина? Не стойте тут, не путайтесь. Не видите, что делается? Гайдамаки наступают. Сейчас будем эвакуироваться. Да как же я потом вас найду? Идите. Прощай, Мотя. Я пошел. Дядечка Гаврик, себя берегите! На ходу, перезарядив свою винтовку, Гаврик побежал обратно к своему отряду. Но, пробежав четверть пути, вдруг остановился, как вкопанный. Только сейчас до его сознания дошло, что за все время Марина ни разу не пошевелилась. Как потерянный, он бросился назад, в аптеку, желая убедиться, что она жива. В аптеке уже никого не было. Раненых увезли. Почему-то это успокоило Гаврика. Раз увезли, значит, Марина теперь в безопасности. Он сильным рывком затянул на себе пояс наполовину опустевшими под сумками и снова побежал на угол Троицкой и Пушкинской. Черноиваненко, ну, что тут у вас?
Отступаем, Синичкин, не видишь, жмут гады. А я к тебе от Родиона Ивановича Жукова с подкреплением. Хорошо, вовремя. Он сейчас в сторону Большого Фонтана пойдет наш бронепоезд под командованием Бачея. А потом за ними мы в контрнаступление. Синичкин, ты мою Марину видел? Видел. Сочувствую. Ну, что поделаешь? Знаешь, я и глазом не успел моргнуть, как она свалилась. Еще слава богу, что не насмерть зацепила. Только кожу на переносице сорвало осколком. Вот как? Да, так. Так. А что не так? Ты мне правду скажи. Что там слыхать про мою Марину? Нет больше твоей Марины. Стало быть, так? Так. Кто ее видел? Я сам видел. Где? В Олиховском переулке. А там что? Университетская клиника. Мертвецкая, что ли? И она там находится. Да. Лежит там. Вместе с другими товарищами. Их там человек 20. Ну что ты? Ты не убивайся. Ну что ты? Отстань! Слышишь? Это наш бронепоезд. И нам пора. Вперед! 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 Руководя боевыми действиями своей колонны, Гаврик преследовал одну цель – как можно скорее первым ворваться в здание штаба, где должен был находиться генерал Зареза Реницкой. Он решил внезапно с незащищенного тыла атаковать штаб и взять генерала живьем. Постоянно мысль о том, что не отпусти он под расписку Зареза Реницкого, то, может, не было бы предательского восстания гайдамаков, и Марина была бы теперь жива, доводила Гаврика до исступления. Едва Гаврик подбежал по Пироговской улице со стороны госпиталя к подъезду штаба, уже со всех сторон окруженного его отрядом, как увидел, что опоздал. Распахнулась входная дверь, и два матроса, обмотанные пулеметными лентами, вытолкали прикладами на улицу генерала Зареза Реницкого. Выходи! Выходи! Вперед! А, это ты, сволочь! Расписку давал? Погоди! Давал расписку! Погоди, черная Иваненко! Генерал Зареза Реницкий, вы контрреволюционер и предатель. Мы таких людей караем. Не в защите. Именем революции! В бронепоезде, которым командовал Петя Бачей, царила атмосфера семейная, так как почти вся команда состояла из рабочих с ближних мельниц, знакомых Пете еще по хутору Васютинской. Воевали весело и зло, все время потихоньку двигаясь вокруг города, переходя с ветки на ветку, поддерживая огнем из своей пары трехдюймовок отряды Красной гвардии и матросов. Так прошло 3 дня и 3 ночи. Ой, кто идет? Да свои! Убери винт! Свои, тебе говорят! Какие такие свои? Мне нужен товарищ командир! А ну стой, где стоишь! Да что такое? Не двигайся, вражий сын! Товарищ командир! Что такое, в чем дело? Вот, а, товарищ командир! А это ты, Чебан? Так точно! Я так и думал, что это же наш бронепоезд. Разрешите доложить? Постой, братец, а где это ты пропадал? Так я вам про то и докладаю. Я был, значит, в казармах у гайдамаков. Постой! Ты ходил в гайдамацкие казармы? Так точно!
Там у меня нашелся, как бы сказать, один землячок с нашего села, только по другую сторону от церкви, чи седьмая, чи девятая хата с краю. Как же ты посмел в военное время оставить часть из своего офицера и пойти в гости в казарму к врагам? Знаешь, как это называется? Никак нет. Измена! Виноват. Я вот тебе сейчас, сукин сын, собственноручно перед всей командой бронепоезда поставлю к стенке. Да что вы на меня кричите, как при старом режиме? Тихо. Сначала выслушайте, а потом хватайте за леварвер. Да вы что, с неба упали, чи шо? Сидите здесь на своем поезде и не знаете, что вокруг робится. Вот читайте, гайдамаки, да вас бумагу прислали. Мы, рабочие крестьяне 1-го, 2-го, 3-го, 4-го гайдамацких куреней, посылаем наше письмо в военно-революционный комитет с братским предложением прекратить кровопролитную братскую бойню. Мы все простираем к нашим братьям руку и заявляем, что все контрреволюционные элементы в нашей среде будут арестованы. Да здравствует рабоче-крестьянская революция! Ну теперь поняли! А ну-ка убери винт! Товарищи! Это победа! Наша победа! Все по местам! Будем потихоньку двигаться к вокзалу Одесса-Пассажирская! Ура! Едва бронепоезд под командованием Пети очень медленно и бесшумно подошел к дебаркадеру и остановился, как его окружили красногвардейцы и матросы, только что штурмом взявшие вокзал. В зале первого класса, обросший, с небритыми щеками и подбородком, с воспаленными глазами сидел Гаврик на полу и, положив рядом с собой винтовку, торопливо переобувался. Еще вчера он почувствовал, что у него натерта нога, но не было времени расшнуровать грубый башмак и перемотать портянку. Ты уже здесь, вояка. Ну, поздравляю с победой. А где же Марина? Разве ты ничего не знаешь? Нет, а что? Нет больше Марины. Что? Когда? Позавчера. На углу Пушкинской и Троицкой. Да, брат. Ты ее когда-то любил, верно? Любил. Ну, я пошел. Куда? В Олиховский переулок. А там что? Там она. В университетской клинике. Я с тобой. Нет. Товарищ командир, разрешите доложить? Докладывай. Только не знаю, как вам сказать. Что? Только что воротились хлопцы, которые брали пятую гимназию. Ну? Так там во дворе под стеной нашли трех наших расстрелянных. Ну, кто такие? Якісь наши хлопчики. Одного уже познали. Це Женька Черноиваненко. Что? Другой неопознанный в рыжих штанцах. За третью вот хлопчика гадают. Чи ваш Павлик, чи кто-то другой. Невозможно разобрать, бо у него вся голова скрозь пробита пулями. Павлик. А, мабуть, це не Павлик. Люди сказывают, что на том хлопчике гимназистская шинелька и старые юфтовые сапоги. Павлик. Товарищ командир, вы сходите туда. Мабуть, и не опознаете. Может, це и не він. Да. Иду.
Уже рассвело. Утро было серое, морозно-сырое. С моря продолжал дуть темный неприятный ветер. Трупы расстрелянных хлопчиков были уже перенесены со двора в гимнастический зал. Они лежали рядом, и Петя едва лишь вошел в знакомый с детства зал, сразу же увидел торчавшие из-под шинели худые, почти детские ноги в солдатских сапогах и руку. Если бы Петя ничего не увидел, кроме этой руки, их фамильной бочеевской, маленькой руки с коротенькими пальцами, точно такой, как у самого Пети и покойной мамы, то и тогда не могло бы быть сомнений, что это тело Павлика. Петя не мог оторвать взгляда от этой руки, как бы искусно выточенной из кусочка совершенно белого мрамора. Вот, Петруша, видишь? Папа. Нет больше на свете нашего мальчика. Павлик. Какое счастье, что Господь еще раньше взял к себе нашу мамочку. Как бы она это могла пережить? Папочка. Ведь теперь ты. Один ты остался у меня, Петруша. Умоляю тебя, береги себя, Петруша. Жизнь моя кончается, почти уже кончилась, а я все еще живу, стою, как старое дерево с наполовину отрубленными ветвями, и живу. Лучше уж мне умереть, чем Павлику. Папа. Ах, папа. Петруша, если бы можно было нам никогда не расставаться. Через несколько дней в городе состоялись похороны жертв революции. День был мокрый, гнилой, как поздней осенью, а не в конце января. Низко над городом шли темные тучи. Иногда начинался мелкий дождик. В Куликовом поле была вырыта громадная четырехугольная общая могила, куда стали опускать на канатах и полотенцах гробы, устанавливая их один поверх другого в два ряда. Слышался стук молотков. Это забивали гвоздями крышки. Но эти звуки не могли нарушить громадной подавляющей тишины, повисшей над городом. Командир. Что тебе, Чабан? Тут барышня просила передать вам цидульку. Какая барышня? А, барышня. Заря Зарницкая. Давай письмо.
А я зачем пришел? Нате. Нам необходимо увидеться. Завтра в Александровском парке. На нашем месте, ровно в 5. Ирен. Все то, что казалось погребенным навсегда и забытым, вдруг воскресло в душе Пети. На другой день Петя шел на свидание, затаив дыхание и прислушиваясь, не послышатся ли под сводами деревьев знакомые шаги. Едва Петя поднялся на вершину горки Александровского парка, как тотчас увидел Ирину. Прежде чем она успела, мелко перебирая ногами, связанными узкой английской юбкой, добежать до него и положить руки ему на грудь, Петя оказался весь во власти ее очарования. Друг мой! Ирен! Вот видишь, бедный мой папа, бедный твой брат, сколько за это время случилось горя. Я так боялась. Чего? Что ты меня забыл. О, как ты могла? Как ты могла? И ты на меня не сердишься. За что же? За то, что я тебя ненавидела. Как? Нет, я говорю правду, святую правду. Ты знаешь, одно время, совсем недавно, я тебя ненавидела. Не переставала любить и ненавидела. Я ведь про тебя все узнала. Ну что ж ты узнал? Ах, боже мой, все. Именно. Что ты служишь в Красной гвардии, что ты командовал их бронепоездом. Но я этого не скрывал. Да, ты этого не скрывал, но ты этого и не говорил. Да, но... И я, твой самый близкий человек, должна была узнать об этом от других. Нет, ну... Но не будем больше об этом говорить. Все забыто. Я ведь тебя не на шутку люблю. Пойдем походим, а то у меня ноги замерзли. Жуткий мороз. Да-да, как на полюсе. Я только что об этом подумала. Ты читаешь мои мысли? Нет, ты даже не представляешь, как я тебя люблю. Как ты мне бесконечно дорог. Я вся твоя на всю жизнь. Дорогая, любимая, единственная. Как мне без тебя тоскливо, одиноко. Правда? Клянусь тебе. Теперь все пойдет по-другому. Мы всегда будем вместе. Я так счастлив, что ты поняла, что я прав и согласна идти со мной. А, хоть на край света. Родная моя, пойми, пойми. Только сейчас начинается новая история России. России социалистической. Однако... Ты большой выдумщик. Разве я не прав? Послушай, друг мой, мы не дети. И я пришла сюда вовсе не для того, чтобы выслушивать от тебя всякие глупости. Поиграл в революцию, и будет. Хорошенького понемножку. Не забывай, что ты все же офицер русской армии. Или, может быть, это не так? Чего же ты от меня хочешь? Ты не понимаешь? Нет. Очень жаль. Тогда я буду говорить прямо. Ты обязан порвать все связи с этой... Как она у вас называется? Красной гвардией. Ты меня понимаешь? Ирен! Подожди. Все же ты меня, наверное, не совсем понял. Ты запятнал свой офицерский мундир. То есть как? Русский офицер, поступивший на службу к большевикам, больше не офицер. А изменник? Нет, ну... И есть лишь один способ очиститься. Если ты порядочный человек и честный русский патриот, ты должен ехать с нами на Дон к генералу Каледину. С кем? С вами? Со мной. И со всеми нашими друзьями, которые будут бороться с большевиками. Я никуда не поеду. А, так ты... Значит, правда, что мне сказали про тебя. А я, дура, продолжала надеяться. На что ты продолжала надеяться? На то, что с твоей стороны служба у большевиков лишь тактика, военная хитрость. Подожди, не продолжай. А ты, оказывается, продался своим большевикам не только телом, но и душой. За кого ж ты меня принимала? Теперь мне все понятно. Человек, которого я имела слабость так искренне любить, изменник и предатель. Замолчи! Подлец, нищий, изменник, предатель. Господа!
свете увидел несколько офицерских фигур, выступивших из-за высокой пирамидальной туи. Ирина бросилась к ним. Петя рванулся назад и услышал за спиной выстрел. Петя остановился, повернулся боком и, вытащив из кармана одеревеневшими пальцами свой тяжелый кольт, выпустил в своих преследователей, не целясь, всю обойму. Он прислушался. Вокруг все было тихо. Где-то далеко послышались приглушенные голоса, звуки прыжков, потом мягкий топот ног. Петя понял. Враги спасали свою шкуру. Звуки перестрелки могли привлечь красногвардейский патруль, и тогда бы им не поздоровилось. Петя скоро успокоился. Теперь он даже не думал, что его могли убить. Его душа была чиста, прозрачна, а главное, тверда. У выхода из Александровского парка Петя неожиданно натолкнулся на Чебана. Ты что здесь околачиваешься? Это же вас дожидаюсь. Что ж ты меня дожидаешься? Что, я тебе барышня? Никак нет, не барышня. Только я боюсь, чтобы часом какая-нибудь контра вас не стрельнула из-за угла. Вот как? Так точно. Охраняешь? Ну, а як же? Почему ж ты думаешь, что в меня кто-нибудь мог стрельнуть? Так, товарищ командир, так что как вы, значится, пошли на свидание с барышней Заря Зорницкой? А у них в доме целые корниловские шатия. А тут аккурат в Александровском парке и такая перестрелка началась, что я уж подумал, что это вас убивают. Так ты говоришь, что слышал в парке стрельбу? Так точно. И что ж, сильная была стрельба? Ох, еще какая. Ну, значит, слава богу, что меня там не было. Что ж ты стоишь, Чебан? Иди. Разрешите обратиться? Ну, обращайся. Только без этих старорежимных фокусов. Стой вольно. Говори по-человечески. Что? Разрешите мне податься до дому. 3 года не был. Ну что ж, ты человек свободный, демобилизованный. Можешь идти куда угодно, никого не спрашивая. Никак нет. Как вы есть мой прямой, непосредственный начальник и боевой командир, то я обращаюсь к вам по команде. Чудак-человек. Во-первых, я уж давно не твой командир. Во-вторых, из того, что ты за мной когда-то увязался с фронта в тыл, еще ничего не следует. Тем более, что старая армия демобилизована. Никак нет. Вы всегда есть мой прямой начальник. Хорошо, пусть будет так, если это тебе так нравится. Ступай домой с Богом. Желаю тебе счастья. Покорнейше благодарим, товарищ начальник. А вы, Петр Васильевич, не сомневайтесь. Слушай, ну, если опять начнется какая-нибудь заварушка, я тем же часом прибуду в вашу часть. Служить, как бы сказать, слушай, ну, за власть советов под вашей командой, вот. Спасибо тебе, Чебан. Счастливо оставаться, Петр Васильевич. В феврале 1918 года немецкие войска начали наступление по всему фронту. На Украину вторглась почти полумиллионная армия германских и австро-венгерских оккупантов. Петя Бачей снова вывел с запасных путей свой бронепоезд. Он бил по неприятельским эшелонам до тех пор, пока хватало снарядов. После чего он взорвал бронепоезд и со всем экипажем отошел в ближние мельницы. В шквалистую ветреную ночь на 14 марта германские и австро-венгерские части заняли Одессу. Петя и Гаврик последними покидали оккупированный город. Петя, Бачей! Ну что же ты, давай! Иду, иду! Иду! С батьками прощался? Где там? Не успел. Уж весь центр оцеплен немцами. Я едва прошел приморскими переулками. Везде проверка документов и офицерские патрули. Не рискнул. И хорошо сделал. Попал бы в руки кому-нибудь из своих зареницких. Они б тебя не помиловали.
Мотя. Что? Что, дядечка Гаврик? Слушай здесь. Как только нас проводишь, так. Прямо отсюда ходу к Петькиному батьке. Передай, что все в порядке, а то он будет волноваться. Ага, я сделаю, дядечка. Мотя, разве ты не с нами? Да нет, я остаюсь. Ну, будь здорова, Мотя. До свидания, дядечка Гаврик. Счастливо оставаться, Мотя. Берегите себя, Петечка. Поскорее вертайтесь. Скоро вернемся. Ну, с Богом. Гриша, весла на воду. Есть, товарищ Черноиваненко. Весла на воду. Попутного ветра! Ну, что, брат? А что? Живем! Что еще Гаврик и Петя могли сказать друг другу? Жизнь их только что начиналась по-настоящему. И могли ли они знать, как она сложится дальше? Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. На этом простимся с моими героями Петей и Гавриком. Оставим их среди бурного шквалистого моря, осыпаемых с ног до головы брызгами, бьющими из-под носа шаланду.